совсем уже в завершении Хуан Хосе Ариола, мексиканский писатель, монолог непокорного. Я овладел сиротой той самой ночью, которую мы провели при дрожащем свете свечей у тела ее отца. О, если б я мог сказать то же самое другими словами. Поскольку все в этом мире становится явным, весть о случившемся достигла ушей старикана, смотрящего на наш век сквозь злобные стекла своего пенсне. Я имею в виду того старого господина, который руководит мексиканской словесностью, напялив ночной колпак, неизменный головной убор сочинителей мемуаров, и который прошелся по мне своей разъяренной тростью прямо посреди улицы, при полном попустительстве местной полиции. Кроме того, на меня был обрушен едкий поток оскорблений, гневно исторгнутых пронзительным голосом. И все благодаря тому, что бестактный старец, черт бы его побрал, был влюблен в ту самую нежную девушку, которая отныне питает ко мне отвращение. О, горе! Меня ненавидит даже прачка, несмотря на нашу долгую и безобидную связь. А прекрасная наперсница, которую народная молва нарекла моей Дульсинеей, не пожелала выслушать сердечные жалобы своего страдающего поэта. Думаю, что меня презирают даже собаки. К счастью, эти гнусные сплетни не могут достичь ушей моей дорогой публики. Я певец аудитории, состоящий из застенчивых девиц и напудренных старушек, приверженных позитивизма. Ужасное известие до них не дойдет. Они очень далеки от житейского шума. В их глазах я останусь бледным юношей, что бодрыми торцетами проклинает божественную красоту и выжимает из публики слезы своей белокурой шевелюрой. Меня очень беспокоят долги перед будущими критиками. Я могу заплатить лишь тем, что имею. Я получил в наследство чулок, набитый затертыми образами, и принадлежу к поколению блудных детей, которые пускают на ветер деньги отцов, но не могут сколотить состояние своими руками. Все, что родилось в моей голове, я получил лежащим в тесном футляре метафоры. Никому не смог я поведать ужас одиноких ночей, когда божественное семя вдруг начинает прорастать в бесплодной душе. Существует дьявол, который наказывает меня, выставляя на посмешище. Это он диктует почти все, что я пишу, и моя бедная душа, не находя подмоги, захлебывается в потоке строф. Уверен, что если бы я вел жизнь более здоровую и упорядоченную, то мог бы во вполне приличном виде перейти в грядущий век. Туда, где новая поэзия ожидает всякого, кто стремится спастись от губительного 19 века, но чувствую себя лишь обреченным повторять себя и других. Когда я думаю о месте, которое мне отведут в будущем, мне представляется молодой критик, говорящий со свойственным ему изяществом. «А вы, любезные, если вас не затруднит, отойдите немного назад, туда, к представителям романтизма». И я побреду со своей шевелюрой, опутанной нитями паутины, представлять в свои 80 лет старомодные тенденции за могильными стихами, каждый раз все более неудачными. Нет, господин хороший, вы не скажете мне, будьте добры, отойдите немного назад. Я уйду прямо сейчас. То есть я предпочитаю остаться здесь, в этом удобном романтическом склепе. И пусть мне выпадет роль оторванной пуговицы, роль семени, сметенного вредоносным дуновением скептицизма. Короче говоря, благодарю покорно. А уж как зарыдают по мне под сенью кладбищенских кипарисов девушки в розовом! Никогда не будет недостатка ни в дряхлых старичках-позитивистах, превозносящих свои бравады, ни в сардонических юношах, разгадавших мой секрет и тайком проливающих по мне мутные слезы. Слава, которую я полюбил в 18 лет, в 24 представляется мне чем-то вроде похоронного венка, который разлагается в сырой могиле, источая зловоние. На самом деле, я хотел бы совершить нечто демоническое. Но пока ничего такого не приходит мне в голову. По крайней мере, мне хотелось бы, чтобы не только по моей комнате, но и по всей мексиканской литературе разлился горьковатый аромат ликера, который я собираюсь выпить, дамы и господа, за ваше здоровье!